А сейчас, внимание, это сенсация не только нашего шоу, не только нашего канала. Это сенсация для всего российского телевидения, для поклонников фигурного катания во всем мире. Они 8,5 лет даже не держали друг друга за руку. Расставание было драматичным и произошло на пике популярности. Некоторые элементы в исполнении этой пары до сих пор никто не может повторить. А воссоединение этой пары произойдет сейчас, прямо на ваших глазах, только в нашем шоу и только на один танец. На льду. Единственные в мире двукратные олимпийские чемпионы в танцах на льду Оксана Грищук и Евгений Платов. Этот танец специально для нашей программы? Специально для вас, специально для программы. И мы счастливы, что у нас появилась возможность через 8 лет нашего долгого расставания наконец-то соединить наши усилия. Спасибо проекту «Танцы на льду», который предоставил нам замечательную возможность скатать этот номер для вас.
Вообще, это для меня это просто революционное выступление сегодня. Я очень благодарна тем людям, которые нас объединили, чтобы мы вновь приносили радость зрителям. Спасибо.